Привет, друзья! Вот сколько лет я уже пишу свои песни и столько лет слышу, каждый раз вы просите об одном и том же, типа, Ванек, по-братски, напиши что-нибудь про любовь. Хочу спеть своей там девушке, либо своей жене. Друзья мои, этот момент настал, я наконец-то написал такую песню. И сегодня мой бро Антур сыграет, а я спою. Для ваших девчонок, для ваших жен. Поехали. И всех девушек хотим поздравить с наступающим 22-м, 8 марта 2022 годом. Поехали, Ванёк. Давай. Да.